Обратно как поставить, я точно не знаю. Штаны порвались. Главное, не потеряй. Сумка звук дает же, так. Я скажу вам, сколько ты попал. Тогда лазить вообще не надо. Давление 330 бар. Ебать, нахуй. Как она может работать, вот эта фасунка? Пиздобол ты, нахуй, какие 100 тысяч заработаешь? У нас срама ситуация, проблема, он ходуном ходит, он болтается вот так. Если не получится, купим новый. Здорово, брат. События развиваются стремительно. Раим не стал терпеть горечь поражения и решил перейти в тариф грузовой в Яндекс.Доставке. Что его ждет на этом пути, ты узнаешь в этом видео. Напоминаю, что у нашего канала есть свой таксопарк, который также называется «Богатый курьер». Все водители, которых ты видишь в наших роликах, работают в нем уже несколько лет. Подключайся и ты. Первые 3 дня без комиссии парка. Пиши по ссылке в описании нам в Телеграм. Захид Бабай, салам алейкум. Ты мне выиграл со своим грузовым тарифом. Я вот договорился с человеком. У меня есть, блядь, хороший, блядь, человек. Еду менять свой гетс на портер, чтобы тебе победить. Короче, я сейчас со своим гетсом приехал. Я этот гетс поменял на Hyundai Porter. Вот у меня портер. Сейчас меняю, он все выгружает, хозяин. А я вот заводил свой портер. Сейчас поеду на нем. А гетс им оставляю. Вот я свой Hyundai гетс поменял на портер, ключ на ключ. Будем ездить теперь на портере. Будем ездить на портере. На этот портер поменял. Я первый раз буду ездить. Мне страшно. Ух ты! Перезагруженная система подачи воздуха. Промежуточное охлаждение. Турбонаддув Т4. Блок управления дополнительными инжекторами. Прямой впрыск закиси азота. Это круто. Ну что, теперь меня тоже Hyundai Porter. Захид Бабай. Будем соревноваться. Поехал я. Я вот свой Hyundai Getz поменял на Hyundai Porter. Вот у меня. На этот Hyundai Porter я свой Hyundai Getz поменял ключ на ключ. Там единственная проблема. Форсунки надо проверить сначала перед ездом. Я сейчас форсунки снимаю, еду стенд поставить. Потом приеду обратно с отремонтированным форсунками. Обратно поставлю. И начну работать в Hyundai Porter в грузовом тарифе. Скажи, за сколько у тебя Getz стоял? 260. Проходили покупатели, смотрели. Все по-разному спрашивали. Потолок 175 просили. Да, за я сколько? Менял его на портер. Ключ на ключ у меня. Без доплаты, без ничего. Просто тут чуть-чуть ремонтировать надо. Сейчас форсунки отремонтировать. Все, он готовый ездить. Портер за 200 тысяч. У меня есть легковой, а Hyundai Getz просто так стоял. Поэтому решил его обменять на портер. Вот он. В 2 раза дешевле, чем у Захида. Да. Я вот сидушки снял, пассажирское поднял. Сейчас буду снимать форсунки. Сейчас сниму. Форсунки потихоньку, у нас первый форсунка пошел, снято, идем вторую форсунку снимать, вторую форсунку снял, теперь третью форсунки. Обратно как поставить, я точно не знаю, но у меня есть знакомый, обратно форсунки мне он поставит. Главное мне снять, отремонтировать сначала его. Как приеду, у меня знакомый приедет, мне все форсунки поставит обратно на место. Ремонт, повезем форсунки. Все, я уже это снял, теперь в обратке снимать буду. Угу. Первый пошел, второй пошел. Третий пошел. Четвертый форсунка, блядь, пиздец, неудобное место. О, все. Уверен. Уверен. Уже освободился, короче. Мне сказали 2. Сначала по трубке освободить, потом эти освободить. Обратка, блядь, типа эта хуйня. Так, первый готов. Это хорошо снимается. Ах, удобно. Так, третий. Ты еще на нем на работу не выходил? Я нет, я только на нем приехал домой, на мойку съездил. Все, я еще никуда не выходил. У меня стаж на вождение, блядь, 25 лет, конечно. Не 25, фу, блядь, куда мне, блядь. 18 лет стаж у меня. 20, тебе же 38. А, 20 получается, я 18 заполучал. Я ездил большой машиной тоже, да? Hyundai Starex у меня был, на нем ездил. Но портере я в жизни не ездил, я первый раз сел за рулем, я был, блядь. Как прикол, я лучше из лобовой вылетел. Я лучше в лобовое вылечу, как орел, чем буду пристегнутый, как собака. Я так сидел, блядь, будто из лобовой вылетал, блядь. Меня так страшно было. Ну, привыкать надо.
А что тебе непривычно? Размер или то, что лобовое так близко? Да, лобовое близко. Нос у него нету, будто, блядь, на колесо сидишь. О, обратка сняли. Надо вытащить его. Выходи, сука, выходи сюда. Что, не идет? Идет, походу. Пошел. Короче, первую форсунку я еле-еле снимал. Первую, вторую, а? Я, блядь, четвертую думал, блядь, пиздец, мне хана. Третий, четвертый легко снимался, блядь. Вообще кайф, блядь. Вау, горячий. Уф, уф. А, попробуем перчатки. О, нет, он там стоит. Вот это третий, четвертый, третий. Улетело что-то у тебя? Да, что-то улетело у меня, блядь. Ну что, именно я не знаю. Они вот такие хуйни, короче, во. Ага. Этот второй. А что с ними не так? А? А? Что с ними не так? Смотри, они с болтиками выходили, видишь? Ага. А это без болта. Там внутри пружина есть. Сейчас достану одну. Главное, не потеряй. А, вот он, вот он, вот он. Не глубоко? Не. Бля, перчатки просто неудобно. Ладно, лежи. Я уже снял форсунки. 21-й ключ мы достали. Попробуем вторую часть. Два у нас внутри осталось, короче. Что у тебя, ожидание с реальностью совпало или все сложнее оказалось? Нет, ожидание у меня все совпало. Почему-то вот эти раздельно снимались. За это у меня чуть-чуть получается сложновато получается. Но, как говорят, это не так тяжело. Главное ничего не сломать. О! Вытащили. Это потом помоем. Так, это вытащили. Сюда воткнем. Ай, блядь. Че нахуй, не помещается, что ли? Нет, он не помещается, сука. Не, он помещается. Его руки выглядят так, чтобы ее руки выглядели вот так. Так, офигеть. Все, достал. Ой, вторая часть тяжело идет. Так, у нас порядка не упал. Это первый, второй, третий, четвертый. Почему сказал он метку поставить? Видимо, он знает больше. Да, он мастер. Так. Ух, бля, горячий нах. Опа. Да, внутри вот что есть. Бля, пиздец, неудобно. Опа. Штаны порвались. Я думаю, за такое стоит поставить лайк. За порванные штаны. За порванные штаны на следующих соревнованиях заплатит за хит. За то, что он тебя так разозлил. Что ты решил себе портер купить? Ох, бля, пиздец, неудобно. Так, не сможем, походу. О, я давно так не работал. Процесс пошел, короче. Снимается он. Просто чуть-чуть неудобновато. Неудобно. Что, пошла? Да. А, снял. Прикинь, снял я его. Одна форсунка, короче, не работает. Непонятно пока какая, пока, да? Пока, да, непонятно. Не, понятно было. Нет, какая из них? Третий, да. Он вообще не работал. А так заводился он нормально? Он ездил даже нормально. Еду мастеру, где форсунки делает. За сколько он их сделает по времени? Каждый по 2000, а по времени на час сказал. Форсунка звук даёшь, так. И все. Ну так это может не форсунка? Не. Это форсунка, весь черный дым и синий дым идет. Черно-синий дым. А машина не троит? Нет, машина не, он плохо тянет. А заводится на холодный, горячий без проблем, да? Не, холодный проблема чуть-чуть. Они два весь вылетелся, мы просто собирали. У меня два форсунка разобился. Короче, объяснить тяжело на русском. Не в ТикТок там выходит? Не, на Ютуб. Ютуб будет. А, на Ютуб? Да. Ох, нихуя, классная закрученная форсунка. Машины сняли форсунку? Да. Куда? Какие шайбы? Внутри маленькие. А куда? Пружина. Внутри я положил, нашел их. У вас 12 шайб стоит. Одна сверху, другая под форсунку. Нет, вот, третий, короче, как стоит. Вам объяснить, я вот руку сейчас запачкаю. Вот еще один есть. Не, ты сейчас здесь ничего не путай, подожди. Я их снял, я их разобрал, внутри пружина есть. После мне больше ничего не рассказывать, я сейчас проверю все форсунки и скажу вам, сколько ты попал, дружок. Это не А, это уже, можно сказать, Б. Я откуда знаю. Не, а он... зачем туда вообще полез-то раскручивать их, зачем? Тогда лазить вообще не надо. Если это там сейчас что-то... Ну, первый раз. Скажем так, если ты... Не, не потерял, все внутри. Да ты что? Да, я нашел. Ну, я же сейчас проверю. Верим. Я нашел, короче. Да, что ты нашел? А что ты нашел?
Два шайба нашел. Две шайбы нашел, а где они у тебя? Они внутри. Обратно их засунул, да? Да. Это один пошел, шайба с дыркой, один шайба с вот такой шишкой. Вот, вот такой. Вот такая? Вот. Да, 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 да. Один такой, один с шишкой был. А зачем туда полез? Не, он так снимался. Ты что, хотел сам сделать фаршмак? Не, вот объясни, что было. Они выкручивались, он выкручивал, и она выкручивалась не целиком, не вот не в сборе, а выкручивалась пополам, грубо говоря. Да, я туда не лез. Я буду делать, если сейчас три будут херово, буду делать те. Можете сделать все, мы надеялись все сделать. Понятно. Ребят, ну, я вообще в такие игры не играю. Ну, что это такое? Подумал. А рампа у вас целая осталась? Да. Это что рампа? Честно. Это что, покажете? Да, целая осталась, да. Что это рампа? Вот такая штука. Вот крючка. Они селы. Да. Вот ее надо будет почистить потом. Я знаю, это сказали, да. Карпом почистить надо. А зачем? Ну, надо вам карму почистить. Карму надо почистить. Пацаны вообще, ребята, это мне второй раз в жизни такие форсунки привозят. У нас так снимался просто, мы не специально открывали. Да мне таких историй уже раз слышал. Ну как она у вас будет работать? Он вы не... что-то мне здесь сказки какие-то рассказываете, ребята? Не. Ну вот иди смотри, у тебя давление сейчас, смотри, сейчас я... Оно раскручено, я закрутил. Давление 330 бар. Как она может работать, вот этот форсунок? Он не работает, я говорю. 330 бар. Она вообще ее не давит, нифига. Ладно. Вы что, здесь приехали это ради прикола, что ли? Чё-то не пойму. Он писает, что просто. Это пахота рабочая. Сейчас посмотрим вот эти две. Но я делаю будет только четыре. Я две делать не буду. Если хочешь, я тебе отдам этот распылитель. Нахер. Мне сделайте все четыре классно. Я просто... Не было у меня проблемы на них. Я пошел, поставил и все. Если четыре будете делать, четыре будем делать. А вот это он сейчас забыл, что у нас там? Он у бара много. Он не писал. 330 бара. А на машине ездил, да? Да. Интересно. Мне тоже такие приезжали люди, говорят, блядь, она ездит. Ну как она может ездить? Вот смотри, ты этот ютубер, да? Иди Тип смотри. Того. Иди смотри, сколько давления вот в барах. Сейчас вот смотри, вот сюда вот, вот где вот 18, да? Смотри. Ебать, нахуй! Пошел он. 398. Ты видел? Заснял, да? Я внутри ничего нету, я это понял, когда снимал. Оказывается, вот такая пружина, вот такая две шайбочки, все. А почему? Там может быть не две шайбочки, там может вообще шайбы не быть. Я видел только два. А там может вообще шайбы не быть. Вот это такой, видел пружины, сверху маленькие шайбы. Снизу еще шайба. Я их обратно положил. Блять, ебаный ты пиздец. Вон, посмотри вон туда. Вот такие, да, короче. Вот, снимай. Ты же любишь это снимать. Иди посмотри, вон. И все разные. Там был, я положил на двоих обратно, и все. Хуй положил или что? Не. Хуй туда не поместится. Давайте, ладно, сделайте. Ну сейчас делаем-то. Дело-то не в этом. Если троение на машине начинается, это 100% насос, это не форсунки. Форсунки это расход. Не, насос, вот это, который под сиденьем, вот такой, вот, под смотри, качкой. Давай, снимаешь, ютубер, смотри. А, вот называется это. Называется централизация, которая стоит на насосе. Вот, вот централизация. У нас не троит, у нас ездит хорошо. Вот. Вот эта штука есть только у меня, у Майкла Джексона уже, к сожалению, нету. Такая только у меня и у Майкла Джексона. У меня есть даже две. Видишь, смотри. О. Я об этом я сказал. О чем ты сказал? Вот эти шайбочки я видел. А, видел? Да, внутри. А, еще и слышал, да, на-нибудь? Наши все портеристы будут ездить к вам форсунки делать. Да ты что? У нас там подписчик есть много. На грузовых. Не только портер, я могу любые делать. И Мерседес, и все остальное. Ну а так чисто зрители будут смотреть. Вы по какой части больше специалист? Дим, я 12 лет отработал в автосервисе. У меня просто каждые 3-4 года Собянин отнимал автосервис. Ну, то есть это здание сносилось. Я все время перемещался, перевозил все это оборудование, снимал подъемники, там, блядь, перевозил туда-сюда. Мне уже настопизило это все. Просто устроился водителем в автосервис. А это осталось как мое хобби. Ага, я это понял. Это замечательно. Замечательно. Я раньше 400 тысяч в месяц получал, ёпить нахуй.
А мы 100 тысяч зарабатываем, мы рады. Чего? Да, месяц 100 тысяч зарабатываем, мы рады. Ты пиздобол ты, нахуй, какие 100 тысяч заработаешь? С кровым читом, больше он получает. Кто? Ты. Нет, я 100 тысяч зарабатываю. Алексей, главный совет какой-нибудь портеристам дайте. Самый главный совет портеристам, это когда начинается троение, не надо себе мозги запудривать, а покупайте бушный насос. Да. С гарантией, чтобы дали гарантию на насос, и все, не, ремонтировать не надо. Ремонт выйдет, если нормальный, с нормальными запчастями, 1025 это без централизации, а выходит из строя централизация. Вот и все. Человек знает свое дело во всех деталях и тонкостях, потому если у тебя проблемы с топливной системой или форсунками, можешь писать или звонить Алексею на этот номер. Со слов Алексея из Ахида, движки у Портера выносливые, неприхотливые и недорогие в обслуживании. Иногда страдает коробка. Бэушную можно взять за 15-25 тысяч. Потому при покупке Портера можете не придавать большое значение пробегу. А если сами не понимаете, то лучше возьмите с собой знающего человека на осмотр, который имел опыт обращения с такой машиной. Что у нас, настал следующий день? Как ты вчера справился с форсунками? Да. Что, мы теперь едем к кузовщику, да? Сварщику. В чем кузов. У тебя проблема? У меня там кузов сломанный, он висит вот так дергается. И что, ну грамми будут приваливать, что ли? Да, он из рамы сломанный, там видно. У нас с рамой ситуация, проблема, он ходуном ходит, он болтается вот так. Мы сейчас сварщику приехали приварить. Сейчас сварим, потом попробуем. Если не получится, купим новый. Сколько новый стоит? Новый 65 тысяч стоит. Короче, машину на мастер оставляем на сварке. Говорит, это не быстро. Завтра за ним приедем. Мы сейчас оставляем его до завтра машину. Он доделает, потом приедем, заберем. Все, а закат видишь, какой красивый? Да, охуенно. Как сказал, вот моя будка. Пойдем внутрь посмотрим сейчас. Вот и сзади, короче. Попробуем посмотреть, что внутри. Вот будки внутри, короче. Красиво. Начали разобрать, короче, полностью. Это мой старый будка. Отогнали мою машину. Здесь будки, как он смотрится, бля. Вот он. Look at this dude. Короче, загоняли, сейчас поставят уже. Вот на упорах стоит. Вот у меня работу закончили. У меня кузов сделали, поменяли. Вся фотоконтроль проходит, начну работать. Будет интересно почитать отзывы владельцев Портера о их болячках, с которыми нам еще предстоит столкнуться. Портер Раима вышел на 200 тысяч. Будка с установкой вышла на 85 тысяч. Форсунки на 8600. Итого 293 тысячи 600 рублей. Раим заряжен и готов к реваншу. Подписывайся, скоро будут новые видосы. Всем пока!